Попишем воду немного, да? Пора взяться за воду. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы сейчас будем писать вот эти самые горизонтали. Это изумрудная. Изумрудная, зелень и белила. Да, конечно, хочется пройтись еще раз. Еще раз и еще раз, чтобы набрать эти массы. Я имею в виду после высыхания. Ну, задача урока именно в этом и состоит, чтобы это сделать все за раз. Сейчас набираем массы на переднем плане, и было бы очень здорово по-сухому бы еще раз прописать вот это все. Потому что, конечно, когда на Мане смотришь, там видно, что вот он
по сухому, потом как прорисовывал все. Где-то темнее, где-то наоборот очень светлее. У нас сейчас так не получится. Ну, будем исходить из того, что есть. Желтый и изумрудный. Как бы наметили. Вот теперь ближний план я сюда буду добавлять, чтобы каждый раз не говорить, а вот здесь вот я желтый, а вот здесь красный. Ближний план более будет теплый, то есть с добавлением и красного, и желтого. И в то же время надо будет делать блики холодные. И кое-где подчеркнуть, обрисовать сами листья от лилий, от кувшинок. Ну вот этим сейчас и займемся. То есть все это надо теперь укладывать в тоне и в цвете. Да, кое-где надо теплым. Обязательно. То есть больше желтого. Thank you.
Это мы пишем тень под лилиями. Тенюшку такую. А потом, когда высохнет, еще бы еще раз пройтись по сухому, тогда вот этой массы наберутся. Свет, немножко тень обрисовал, такой появляется такое дребезжание, чуть графичное дребезжание. Так. А теперь еще раз вот написать вот эти вертикали. Еще раз горизонтали. В этом-то и есть вся суть. Темнее, светлее.
завершающему маневру идем. Идем к завершающему маневру. Потихоньку подбираемся к окончанию работы на сегодня, потому что, ну, в принципе, как бы и достаточно для каких-то понятий. Я сейчас сделаю между листьями кувшинки и еще раз прохожусь этими вертикальными мазками. И еще раз разными. Сейчас добавил немножко красного сюда. Надо немного уложить тон, слишком контрастно. Слишком контрастно. Опять подбиваем горизонтали. Еще раз и еще раз. Тот берег вроде как лодка просится. Ну давай, давайте ее нарисуем. Синий с красным, фиолетовый.
работаем с фиолетовым. Повторяю, это в разных пропорциях красный и синий. Ну, естественно, с белилами. Эти же цвета запускаем и в отражение. Делаем вертикали. Просто делаем вертикали, а еще избавляемся от черных моментов. Вот таких вот. Не надо, чтобы они здесь были, присутствовали. Просто не надо. Так, с белильцами чуть-чуть надо поработать. Чуть-чуть.
такие, конечно, нюансы. Лучше всего делать, когда работа подсохнет. Чтобы краска просто хорошо легла. Не смешиваясь с другой краской. Дребезжание, конечно, белого прорыва неба у импрессионистов здорово сделано. Красиво они это все обыгрывали. Все прямо жило, дребезжало. Теплого хочется желтого, поскольку палитра у нас ограниченная, поэтому выбор невелик.
Теплая, значит, желтая. Так вот. То есть немного желтого, практически не размешивая. Немного красного, не размешивая. Чуть зеленого. Отражение сюда можно то же самое сделать. Пусть добежит там. Сам этот процесс очень приятен. Вот. Делать разнообразные мазки. Ну, конечно, достаточно трудоемкий процесс. Thank you.
подходим к логическому завершению. Пару слов еще хотелось сказать по поводу, напомнить, что лучше всего, конечно, еще раз пройтись по этим мазкам какими-то более открытыми, более яркими цветами, уже по-сухому. Вот. Еще больше сделать вот эту импрессионистическую игру света и цвета. Где-то, может быть, что-то обвести, поиграться какой-то линией, рисунком. Немножко можно поиграться цветом. То есть добавить больше каких-то желтых, а может быть даже розовых цветов. Листики типа обводить, где-то засветить. Прямо сейчас можно сделать, к примеру, вот я взял чистый кармин розовый с белилами и где-то пройтись. Вдруг пусть будут какие-то фиолетовые. Тепло-холодный. Где-то вдруг оранжевое зазвучало. Оно все будет придавать живость картине. Сюда можно немножко, да? Ну, какая-то там земля вдруг засветилась. Тем более это уже ближе к переднему плану. Здесь надо, можно посветлее что-то сделать. Ну, это уже потом при желании, при высыхании картины. Если будет желание, то можно еще добить ее. Так. А так, в принципе, урок по импрессионизму подошел к концу. Спасибо за внимание.